Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Сегодня 10 сентября и очередной выпуск «С кустушного чая» уже в эфире. Сегодня мы поговорим о прошедшем заседании новой Рады с ГОСТУ и о конгрессе судей, который состоится на следующей неделе 19 и 20 сентября. Сейчас я расскажу немного о тех изменениях, которые произошли после последней конференции. Во-первых, моя должность называется не президент с ГОСТУ, а голова спилки. У меня немножко поменялись полномочия в связи с тем, что изменился устав. Но главное, была выбрана новая рада. Новая рада выбрана в составе Абрамова Татьяна, Дмитрий Белуха, Березина Елена, Амарец Сергей, Довгалин Кирилл, Зырянов Юрий, Кабарухин Владимир, Караченцев Владимир, Лысенко Альберт, Макода Светлана, Медуница Алексей, Пелых Максим, Черненко Тимофей и Шиманский Андрей. Всего 15 человек вошли в состав новой Рады. Это законодательный орган, задача которого принимать законы, по которым будет жить организация, и контролировать все, в том числе и финансовые расходы, и жизнь всей организации. А руководить непосредственно жизнью организации будет исполком. Вот исполком как раз и будет избран Радой 19 числа на конгрессе судей. Сколько будет членов исполкома, как они будут работать, как они между собой разделят обязанности, это уже будет информация в следующих выпусках. Кроме исполкома будет сформирован дисциплинарный комитет. В дисциплинарный комитет войдут авторитетные члены нашей организации, и функции этого комитета будут решение спорных вопросов между членами организации. Это переходы пар, это необъективное судейство на турнирах, возможно, какие-то финансовые претензии одних другим и так далее. То есть вот такой новый орган будет, который будет называться дисциплинарным комитетом. Что же сегодня рассматривала Рада на первом своем заседании? Рассматривала и утверждала смету расходов на первый конгресс судей, который будет 19-20 сентября. Также рассматривался глобальный вопрос по величине членских взносов на 2021 год. И одним из вопросов было о проведении первого в истории с ГОСТУ первенства с ГОСТУ по классам. То есть это чемпионат как бы по классификационным категориям. Решили, что он будет проводиться в Киеве 14-15 ноября. Организаторы этого первого первенства — это Шиманский Андрей, Белуха Дмитрий и Мачулка Владимир. И сейчас мы работаем над тем, чтобы разработать интересную формулу проведения данного мероприятия. Я поздравляю организаторов с тем, что Рада доверила им проведение такого интересного и титульного турнира. 19-20 сентября в Киеве пройдет традиционный конгресс судей с ГОСТУ. Тема этого конгресса, которая была утверждена коллегией судей, это судейство танцевальных пар на различных этапах технического совершенствования, движение в музыку. Лекторы, которые будут читать на этом конгрессе, они будут развивать эту тему и читать свои лекции в рамках данной заданной темы. А лекторами данного конгресса будут Альберт Лысенко, Юрий Зырянов, Тимофей Черненко, Сергей Карачанский, Юрий Васютяк, Дмитрий Шилов, Владимир Караченцев, Зоя Носова и Кирилл Довгалин. Вот такой большой у нас состав лекторов на этот конгресс. Этот конгресс будет в Киеве на железнодорожном шоссе 19 числа. 20 также будут лекции, но они будут только в записи для тех, кто будет зарегистрирован на конгресс, то оплатит участие в этом конгрессе. Какая особенность этого конгресса? В субботу конгресс будет в Киеве, но он будет транслироваться через YouTube. И все желающие
побывать, поприсутствовать на конгрессе удаленно, смогут это сделать. Для этого им надо связаться с офисом заранее, оплатить участие в конгрессе, и они будут добавлены через систему интернет. Кроме того, 20 числа они также смогут все посмотреть наши лекции, которые будут отдельно для главных судей, для инспекторов, для молодых судей, для главных судей, для спортивных инспекторов, для молодых судей, для разных категорий наших судей. Я уверен, что конгресс будет интересный, полезный. Мы готовим несколько сюрпризов, о которых я пока не могу говорить. Я думаю, что они будут приятные для вас. Я всех приглашаю на конгресс. И не только судей из ГУСТУ, а, безусловно, и танцоров, для которых мы специальные условия разработали, и танцоров, взрослых категорий, и тренеров, и судей других организаций, которые могут прийти и достаточно на льготных условиях поучаствовать в этом прекрасном мероприятии. Все приходите на конгресс 19 числа, а 20 посмотрите лекции удаленно. Несмотря на продолжающийся карантин, у нас начались турниры уже в Украине. И ряд турниров, запланированных и в рамках нашей организации, в том числе и в Черкасах, и в Харькове, и в Полтаве. Я уверен, что это будут для начала, может быть, небольшие мероприятия, но генерально лед тронулся. Я всех приглашаю участвовать в турнирах, потому что развитие спортивного танца без проведения соревнований, наверное, нереально или малоэффективно. Поэтому участвуйте в турнирах и будьте счастливы. Я благодарен всем, кто продолжает следить за выпусками из ГУСТУшного чая, регулярно смотрит и присылает отзывы. Если вам нужна эта передача и вы действительно хотите, чтобы она продолжалась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и регулярно ждите в четверг новостей от Игоря Машина в ГУСТУшном чае.